Всем добрый день, друзья! Всех рад приветствовать! Снова мы выбрались на природу. И, друзья, мне вот подарили вино, но, возможно, вы уже заметили на моем канале. Вино я не пью, но это не значит, что я его не употребляю. И сегодня я вам покажу, как я употребляю вино. Говорят, вот это вино хорошо заходит именно с мясом. Вот и мы решили пойти той же дорогой. Но помимо мяса у нас еще будут вот такие помидоры, лук, болгарский перец, картошка и вот такая морковка. Лошади морковку кушают? Ну, насколько мне известно, да. По-моему, у нас морковки не будет в рецепте. Итак, с мясом закончили. Вот на такие куски мы разбили. Теперь займемся уже помидорами, перцами и так далее. Снимем шкурку сразу, чтобы потом уже внутри блюда все было красиво. Готовить мы будем вот в этом алюминиевом казане. Помидоры очистили, и теперь пока что половину мы нарежем. Так, вот эти кусочки у нас пойдут на самое дно казана. Чуть не убежал. Их мы распределим по самому дну. И уже на эти помидоры мы выкладываем мясо. Сразу поперчим наше мясо и, конечно же, посолим. Добавляем один лавровый лист и нарезаем лук полукольцами. И вот теперь на лук мы добавляем наши оставшиеся помидоры и заливаем все это главным героем этого торжества. Сразу подготовим остальные наши ингредиенты. Это мы уже будем добавлять чуть-чуть попозже. Болгарский перец придает
очень хороший аромат. Картошку вот примерно на такие куски мы нарежем. И предварительно мы ее будем солить еще. Так, у нас все закипело. Сейчас у нас и алкоголь должен выпариться из вина. И как раз у нас самое время уже добавить болгарский перец. И будем убавлять огонь. Говорят, настоящий тост надо говорить с вином, но по мне, пусть лучше о вашем здоровье скажут пару искренних слов, чем выпьют бочонок вина. За ваше здоровье! Посмотрим, что у нас тут получается. Ух, аромат! Очень приятный аромат. Запах вина, вот запах алкогольный, практически уже прошел. Теперь мы добавляем картошку. Все это перемешаем. Добавим еще чеснок. Тут 5 зубчиков, которые я порубил на части. Как сказал, порубил, как будто вот такой чеснок был. Картошка еще не готова, это точно. А вот мясо, сейчас мы посмотрим. Конечно же, у нас нет никаких временных ориентиров или рамок. Все делаем по готовности. В принципе, почти готово. Вот как раз еще зелень добавим. Пушка. Вот теперь у нас все готово. Отличный цвет у мяса. И не менее отличный будет вкус, я уверен. Ну все, друзья, наше блюдо готово. На все про все у нас ушло около 2 часов, пока все закипело, пока томилось. Но
Я уже, конечно же, попробовал. Результат того стоил. Мясо приобрело такой винный цвет. Очень необычно. Ну, по крайней мере, для меня. Друзья, вкус действительно очень необычный. Спирт полностью выветрился, но оставил свой такой специфичный вкус. Я даже не знаю, с чем его сравнить. И я вряд ли до вас донесу вот этот вкус. Лучше всего вам приготовить вот это самим, и только тогда вы поймете, насколько это вкусно. Ну что, друзья, нам пора уже закругляться. Выпуск подходит к концу, поэтому всем вам желаю всех благ, чтобы у вас все было хорошо. Ну, а мы с нашим оператором, который уже ждет, не дождется попробовать вот это блюдо, прощаемся с вами. До новых встреч. Давай неси уже тарелку свою. Мы чуть не допоняли, жесть. Извиняюсь, что да, опустил, в свою очередь, я тоже нормальный пацан, ровно хожу. Сейчас что-нибудь там, ништяки, яблоко сюда. Эй, чувак, ведь снимают здесь.